На днях вода уже покрыла дорогу из-за Окского. С каждым теплым днем уровень будет повышаться, и через некоторое время проехать к селам будет нельзя. Поэтому пожарные машины с личным составом заранее отправились в села, где и будут дежурить до окончания половодья. В первую очередь, ваша задача по прибытию в населенный пункт, место дислокации, необходим будет организовать связь с центральным пунктом пожарной связи, проверить необходимое пожаротехническое вооружение, значит, готовность к реагированию. И в случае поступления каких-то сообщений через ЦПС, либо от населения, немедленно реагировать на возникающие пожары, либо какие-то происшествия. При поступлении сообщений также необходимо сразу доложить на центральный пункт пожарной связи. Несмотря на то, что жители сел оказываются окруженными водой, от чрезвычайных ситуаций, к сожалению, никто не застрахован. И в случае ЧП рядом с ними будут профессионалы. Каждый год при повышение уровня воды в реке Ока, отрезание населенных пунктов Заокское коростство, как у нас как бывает в Рязанском районе, мы направляем пожарную технику для обеспечения пожарной безопасности данных населенных пунктов, а также оказание помощи населению. Данный автомобиль оснащен пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудованием, в соответствии с установленными требованиями, имеются ручные лестницы, пожарные стволы ручные, лафетный ствол. Для проведения работ по организации тушения пожаров и аварийно-спасательных работ. Автоцистерны на базе «Урала». Этой техники должно быть достаточно для того, чтобы сотрудники вовремя среагировали на возникшее ЧП. Ну, емкость цистерны 6 тонн, производительность насоса 70 литров в секунду. Это отображается частота вращения рабочего колеса насоса. Давление показывает и обороты. И уровень воды, уровень емкости пенобарки. Станет ли половодье в этом году небывало крупным, каким его предвещают специалисты, или нет, к любому развитию событий сотрудники МЧС уже готовы. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».